Музыка. Эй, вспоминай, когда вспоминай, как происходит. Вперед идем немножко. И принцесса танцевала в своем замке. Она собрала всех гостей своего королевства, рыцарей, придворных дам, роскошно накрытые столы, напитки. И вот она танцует для всех. Гости в восхищении смотрят на принцессу. Монстры показались из своих жутких подземелий. Ужасные создания темноты. Они выползли из своих темных углов. Окружили ее со всех сторон. Начали ее потрахивать. Пощупывали. А схватили ее. И утащили в свои жуткие подземелья. Подземелья утащили, подземелья. Деревья со свистом проносят нашего героя. Ее набирает скорость. Все быстрее, быстрее. Она плачет там в замке. Он надеется ее еще застать целой невредимой. И вот дорога продолжается. Новые молнии, погони, погони. Интерактивный театр, сейчас 5D-эффекты, пожалуйста, чуть-чуть на себе современное веяние в театре, да. Ничто не может его остановить. Он все скачет и скачет вперед и вперед навстречу своей возлюбленной. И видите, да, классно. Пошевелите, пусть не. Да, ужасно. Страшно. Сейчас будет еще страшнее, потому что против нашего героя не только птица, а ручки. Ручки птицы-карпы. Да, 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 да. Ручки, пожалуйста, вот сюда, мне ручку. Вот так. Отличненько, хорошо. You know that my team. Уже не один пал от ее чар. Посмотрим, справится ли герой. Я вижу, как он дрожит от напряжения. Как капелька стекает по его щеке. Он не выдерживает, напряжение уже, видите, не выдерживает. Я чувствую, дело заходит слишком далеко. Знаете, в этих случаях нужно что-то делать, потому что дети заплачут, да. Ай-ай-ай, спокойно, нужно взять небольшой театральный тайм-аут. Стоп, стоп. Я надеялся узнать куску. Герой нарушился, не один крок уже отрублен. Уши съехали, но это не беда, герой поправил их вперед. Смертельно ярко. Второй раз есть. И давай, умирай потихонечку уже, на плачке, да. На плачке, посмотри. И совсем, да, публика жаждет до смерти. Ножкой подвигай для правдоподобности, ножкой для правдоподобности. Ножкой. Зашло солнце, засветит ножки. Полетели бабушки, эй, бабочки, извините. И прекрасная принцесса предстала пред своим избавителем. Он опустился перед ней на одно колено. Убирай на какой? Ага, отлично. Возьму ей мужественную руку, все знает мама. И чары развеялись. Они встали, соединили свои руки, суть, сердца и все, что там требуется, осуществить настоящим героям. И сделать общий поклон. Прошу аплодисменты нашим замечательным актерам. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Гонорар вам выдадут в лобби-баре. Пожалуйста, подходите. Да. Спасибо. Спасибо. Да. Завтра выступаем в турне.